А чё тут? Это просто цель. Я помню оттуда это, их кричалку. М, я, Б, Т. Что это значит? Эту маму я бы трахнул. $700 тысяч, блядь? Шо? Теплак стал стоить 700 тысяч? Не... Ну ладно. Это же пиздец как дорого. На кассах даже ботов не слышно. Опа, бот. Вниз спустись. Тихо. Блядь, щемись! Жив? Нормально. Ебать. Вообще не задело. Мудила, гранат таким, даже чеку не услышал. Только ощущение, что он внизу орёт. Я сейчас через центр пройду, попробую килл найти, да, и к вам выйду. По кадику проходит. Кому стрельба? Это не я, это где-то в центре стреляет. Серёг, это он под тебя работал, да? Да. Ты в ответ с калаша дул. Тихо, мы подходим. Да. Мы подходим к кадику. А! Блять! Ты молчишь, сидишь, урод. Я по дереву. Я у кафетерия. Рядом с садиком. Я напротив кибы. Опа. Ты что, было такое? Я вот убил. Бля! Тут кило! Где? Тут килл напротив этого прям, сейчас, осторожно. Куда, куда, кто работает? Напротив кого? Напротив кибы, магазин. Принял, бегу. Я в... Ебать! Фарк, блять, мне больно, пиздец, забейте. Минус килла! Минус килла! В мантисе, я в мантисе зашел. Давай, мы здесь, напротив килла. Да я видел, видел, я рядом с вами. Бля, у меня 2000 в лицо дал, и я выжил. Я думал, что я все, я сдох. Аптечка надо, значит, тебе? Значит, он на БТшку. На. А, тебе повезло. Набираю. Награбленное. Так, на втором этаже мы вдвоем, я как понял, да? Ты и я? Нет, нет. Я в красном. Ну, я у вас тоже. Ага, поднялся. Ну все, в технолайт иду, я оттуда вниз пойду. Да, да, в технолайт. Сейчас я ремонтный здесь чекаю. Блять. Я, говорит, в красном, блядь. В каком месте это красное, дядь? Я почти. Блядь, скажи спасибо, что у тебя рюкзак был большой, я его узнал. Не-не, парни, вы так говорите. Пиздец. Ну, в красном же. Да нет, до красного, блядь, по павильону охереть. Я еще такой думаю, как бы тут кто не заныкался и стоит, блядь. Еще бы чуть-чуть. Ты так можно отцов, который заряжает патроны. А, ты еще и не спустил? Я у вас бегаю, вот к технолайту подходил. Не грохнуть. Ты же за рюкзаком собирался идти, нет? Сейчас. А зачем сейчас тебе тогда в технолайт? Не, я просто магазины чекаю, пока вас будут рунуть. Нашел рюкзак? На. Да не нафиг. Да забирай, забирай, забирай. Мне-то нахера, у меня денег дохуя. Я просто его увидел. Давай мне, у меня денег нет, давай. Кто успел, тот съел. Кто успел, тот съел. Спасибо, друг. А чё, я? У меня нет. Спускаюсь вниз. Питания нет. Техно. Давай, я с тобой. Я просто такой видел Тетрис, начал, короче, рассортировывать все, чтобы запихнуть его. Смотрю, Серега подходит. Думаю, ну, заберу, отдам. Да я 2 видео нашел. Сейчас 2 видеокарты нашел? Да. И за Тетрисом бежал? Ну-ка, не, я не за Тетрисом не бежал. Говори, что мне видно, где лупишь. Он, наверное, опять вот эти шутейки, да? О, у нас на кассах, ребята, у нас... Блядь, здесь справа на кассах. Вот он. Да, да. Вадик, захожу. Какой в жопу Вадик? А зачем тебе? Да нет, я Вадик, я за рюкзаком. Ты подбегаешь, да, там? Да. Опа, блядь. Я у твоего рюкзака сразу говорю. Давайте, парни. О, что так, больно? Да, больно, пиздец, я тоже боюсь усовывать. Сейчас я вам... там бот херачит, что ли? А да, я им сейчас пибы вообще гранатами закидаю. Ну-ка, погоди. Давай, кидай гранаты. Там, смотри, слева еще один был. Спасибо. Но его пока не видать. Я такой... Все, пошли. Тью. Опа.
Дядя, ты что делаешь? Ты прям туда? Это раш! Хуяк! Война! Дед, он жив. Не вижу справа. Справа. Где он? Дай инфы. За стенкой. Вот он справа, он вообще справа здесь. Вот тут. О, вон слева идет. Минус он минус. Минус, минус. Слева лечусь. Еще один, слева еще один. Вот по мне работает. Слева на кассе. Кровь течет. Он умер, или жив, или лег. Не понял, я в него попал разок. Кинул гранату. Не надо, блять, я тут. Бей своих, чтоб чужие боясь. Блин, ну как-то хотел. Все уже, нет. Потом проводку говорил, я вот нашел. Не, я пить не буду. Тапа, тихо, не вижу его. Хорош. Где он? Тут вот был. Так, он ретировался. А, вот он. Да смысле ты не умер, дурак, что ли? Чего у него вверх, надето вниз, было? Где-то. Довольно. У него ничего, у него четвертый я класс. Я у выхода. Это его внезапно убил. А, блядь! Смотрел? Сам ты тварь. Ай, блядь, слева, ты охерел, сука! Умри, не бей. Все, он... Убил? Да. В броню мне дал, меня так тряхануло, я думал, мне херово. Твою мать, делал. Я у Влады сень. О, брат, вот это нас заспавнило, блядь. Ну, я говорю. Куда вы поструячили? Никуда, зашли за камень в сторону воды. А. Опа! Ай, блядь! Вот, уже заспавно. Работают, блядь, да, за этим. У стенки. Что там, видать, нет? Сейчас я слева попробую с воды его увидеть. У меня не теплак, я не вижу его. Я тоже его не увижу. Оттягивайтесь назад. Опа. Здесь в упоре. Вижу. Слева вижу его. Он минус. Минус, да. Мосинка и МП-9. А. Чё забираем? Чё оставляем? Шлем неплохой. В смысле, а чё вы собираетесь оставлять? Всё, забирайте, довалите оттуда и всё, парни. Я все заберу. Погнали уже. Бля, я вот с теплаком через лес вообще не хочу идти. Потому что я на близкий контакт не так, что вы, где? Я предлагаю... Опа, у меня ЧВК... Челобот? У меня ЧВК, парни. Или это бот? Умер, что ли, сука? Сень, за тобой бегу. Или за кем? А, нет, это, наверное, не Сеня. Это я. Короче, угу. Я за этим дебильным домиком для бот-бота. Да уходи оттуда нафиг. А нафиг вот куда, да. Сейчас там навстречу пойдут. Надо нам высидеть просто. Я уйди, ЧВК от... убил, сейчас... ЧВК убил. Тихо. Сейчас еще со снайперского нас могут. А вы куда ломанулись-то? Вы говорите, иди. Ну, а... воды мы, Сень. Ну, надо на левую сторону переходить, парни. Плохая идея. Ну тогда идите в ближний бой, сначала вы тогда в лес. Я с теплаком первым не пойду. Мне надо на дистанции с теплаком просвечивать, а я в лес, если один ломанусь сейчас, то я буду, блядь... Ну так иди за нами-то. Опа! Бля, да вы чё гоните, сука? Куда, где? Сейчас сдохни ты, блядь, он еще и попасть успел. Все убил, да у камней. Вот. Не, так интересно, блин, я начинал, помню, читать, но из-за того, что сидеть... Я это гонял. Чё, и тут нет выхода? Что, блядь? А нет, вышел. А, просто нету, нормально, просто не, блядь, секунды не идут. Я думаю, Рики, тогда если здесь нету, то что нам делать? Искать... А я такой подошел, у меня черный экран. Да, вышел. А, ты думал, тебя выкинуло? Да. Нормас.